Привет, друзья! Сегодня хочу вам рассказать о ролевых фестивалях на местности на примере Ярославского фестиваля «Медвежья гора». Как мы знаем, есть целая комьюнити людей, для которых игры из виртуальных миров, будь то из книг или компьютерных игр, перенеслись в мир настоящий, реальный. Такие люди собираются по интересам, организовывают ролевые игры на местности, ну и как следствие и свои фестивали. Фестиваль ролевиков или реконструкторов – это некое релакс-мероприятие, на котором принято просто отдыхать и заниматься тем, чем нравится. Как правило, фестиваль разбивается на тематические блоки, в которых участники принимают активное участие. Они могут представлять какие-либо проекты, либо просто фаниться. Сейчас предлагаю самим лицезреть несколько блоков. Мы наблюдаем блок исторических танцев, где каждый участник может поучиться новым танцам или весело провести время. А сейчас мы можем лицезреть достаточно веселый и забавный конкурс костюмов, где каждый участник должен представить свой образ, а потом экспромтом станцевать. Тип предкоу! Будете ли вы рассказывать что-то о своем костюме? Да, конечно. На мне костюм немецкого наемника 17 века, как видно по костюму. Этот наемник не умех, доспех только кожаный, сумка тощая, а шпага старая. Плащ где-то просрал. Ну, плащ остался, да, в ближайшем кабаке. Где ты бухал, там он и остался. Вот, шляпа мятая. И, видимо, ему недолго осталось наемничать, потому что скоро закончится 30-летняя война. И он либо сопьется, либо потеряет на ней ногу. Ну, в общем, он вызывает вас сочувствие, я уже понимаю, да, своей такой длительной речью. Итак, номер Велоди от 1 до 20. 5. Отлично. Дефилировать? Оно же неожиданное. Так, кто желает, можно на сцену, кто не желает, можно в народ, пожалуйста, все как хотите. Итак, номер мелодии 5, включаю. Кто приготовил помидоры? Помидоры? Там есть деревяшки, можно их взять сейчас. Шишка, да. Ну, поддерживаем бурные аплодисменты, но так уж вышел из кабака. Его танец неистов и прекрасен. С элементами стриптиза. Ну, как вы можете не возвращать, наверное, обратно. Действительно. Доринские легионы воюют на фронтах. Сенаторы вершат правосудие. Нет. У сенаторов нет доспехов. Как вы видите, одежда сенаторов — это тога и туника. Но это не значит, что сенаторы не способны сражаться. Оружие сенаторов — это их слово и право. Ава, Цезарь! Ава! Ава! Аплодисменты! Завел толпу римский император. Номер мелодии у вас какой? 7. Чем еще они ночами занимаются? Они вот так вот по воде время обнимаются, римские императоры! Вот для души просто взял гитару и... Да! Такая вам поможет.
красная шапочка, что несешь в корзинке. Пирожки. Вот время подошло и для потешных боев, где в разных локациях на очень мягком оружии две команды фехтуют друг с другом по стандартным правилам ролевого фехтования. Одно попадание – минус хит. Изначально давалось по 2 хита. Параллельно проходят тематические семинары, на которых обсуждают те или иные вопросы, касающиеся игровых тематик. Порой обсуждения перерастают в диспуты, на которых участники отстаивают свои точки зрения. А ближе к вечеру начинаются концерты групп, как правило, фолк или рок направлений, посиделки у костра и дискотека. В ходе всего фестиваля участники общаются между собой, обсуждают планы на игровой сезон или просто ведут разговоры на интересные собеседникам темы. Вот такой обзор получился. Если тебе интересна тема ролевых игр, буду признателен лайку и до встречи!